Всем привет! Ну, не мог не проехать мимо. Сейчас по набережной еду. Прямо посредине набережной магистрали лежит вот такая вот собака. Прямо посредине дороги. Машины ее объезжают. Я на велосипеде остановился. Вот. Вынесу ее сейчас сюда, друг мой. Судя по всему, ее машина сбила. Ну, блин, ну жалко собаку. Сейчас позвонил в полицию, спросил, может быть, есть какая-то служба, которая занимается ну, такими вот животными. Не знаю, приедут, может быть, отвезут ветеринарку, потому что ну жалко животное. А стоять сама она не может. Возможно, что повредили, но... Вот так, видите, где лужа. Вот здесь вот она лежала. Кто-то она разбил, перебегала. Здорово, как говорится, на положенном месте. Сейчас, дружище, сейчас что-то тебе сделаю. Друг, как тебя зовут, а? Сбили тебя, да? Дорогой, а ну ложись. Мать, надень перчатки, перенесите ее в этот, в тело. Нет, а какой там у меня? 40 градусов уже нет. Ну, на улице жарко, но он, бедная, пыхает, сидит. Не, ну, я думаю, если бы на меня приехали, я тоже пыхал.